Полина Агуреева – российская актриса театра и кино. Ее манеру пения романсов считают уникальной, а саму артистку называют «вневременной исполнительницей». Каждую героиню Полина наделяет особым шармом, благодаря которому ее персонажи приобретают яркую индивидуальность. В 2003 году Полина Агуреева впервые вышла замуж за режиссера Ивана Вырыпаева, от которого родила через 2 года сына Петра. Имя ему Полина дала в честь любимого педагога Петра Фоменко. Союз актрисы и режиссера был сложным. Творческое противостояние на съемочной площадке и в репетиционном зале стало постепенно переноситься в семейный быт, что в итоге привело к разрыву отношений в 2007 году. Только через 6 лет Полина решилась на изменения в личной жизни. Состоялся повторный брак. Актриса вышла замуж за актера Федора Малышева, который младше ее на 15 лет. В 2015 у супругов родился сын Тимофей. Свободное время Полина предпочитает проводить с семьей, с мужем и особенно с детьми. Мать с сыновьями регулярно посещает музеи, театры, картины и галереи и выставки современного фото или просто гуляет по парку. Сохранила женщина и детскую привязанность к книгам. Правда, теперь Полина читает в основном философскую литературу.